Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики. С вами снова я, и у меня есть интересный для вас анпакинг. Короче, вы уже поняли, что это. В общем, это пресс-кит Uncharted 4, который мне прислали, великодушно прислали Sony. Вот так вот он выглядит. Вот прям вот, блин. Вот так вот. Вот он. Чудесный пресс-кит. Искатель. Прям написано здесь. Офигенно. Вот. Мне дико нравится. Это у нас такая обложка. Прям настоящая целая книга. Вот. Такая вот она вся. Такой вот обложки. Сзади ничего. Давайте ее откроем. Не очень удобно тут из-за микрофона всего этого. Ну ничего. Скоро я прям сделаю, чтобы все было поэргономичней. Так вот. Так, телефон берем. Вот такая вот книжечка у нас здесь открывается. И она вот как бы в обложке. Обложку давайте снимем. Обложка у нас непростая. Так, давайте книжку сначала. Вот она. Вот такой у нас здесь знак Генри Эвери. Спереди. Сзади. Uncharted.com. Uncharted Game.com. Отложим книжечку пока. Вот. А эта обложка не просто обложка. Здесь, кстати, еще вложено письмо от разработчиков. Вот. Офигенная такая тема. Давайте посмотрим. Как в игре, вот знаете, письма сделаны. Вот. А сзади здесь вот даже так золотом инкрустированы. Ну, не инкрустированы, короче, а как бы золотом нанесены вот эти все знаки всех 12 пиратов. Так, давайте даже прочитаю. Дорогой искатель, вы держите в руках игру Uncharted 4 Путь вора. Нейтан Дрейк вернулся, и ставки высоки, как никогда. Мы в Naughty Dog проделали долгий путь длиной в 4 года, и с момента начала подготовительного этапа и до реализации готового продукта. Мы еще не совсем закончили, у нас намечен твердый график выпуска материалов для многопользовательской игры, а также нашей первой загружаемой главы Uncharted. Весь этот огромный объем работы означает, что перед вами, вне всякого сомнения, наша самая амбициозная игра Uncharted на сегодняшний день. Мы хотели бы от всего сердца поблагодарить вас за то, что вы играете, независимо от того, присоединились ли вы к нам со времен судьбы Дрейка, или только что, без игроков Uncharted бы просто не было. Мы знаем, что вы и другие наши поклонники терпеливо ждали возможности приступить к последней главе приключений Нейтана Дрейка. Ожидание окончено. Мы искренне надеемся, что вы получите удовольствие от этого последнего путешествия вместе с нами. Удачной охоты за сокровищами. Naughty Dog. Вот такое вот классное вообще письмо. Красавцы вообще разработчики, конечно. Игра гениальна. Просто гениальна. Вне всякого сомнения, это игра года. Тут уже ничего не выйдет, что может ее перебить. Так, а, собственно, сама вот эта вот обложечка, которая у нас, вот она, обложечка, она у нас на самом деле постер такой вот Uncharted. Uncharted 4. Вот, Путь вора. Вот так вот выглядит постер. Очень клево. Прям класс. Это не самый богатый пресс-кит, потому что были еще более богатые пресс-киты. Там была фляжка металлическая, там Uncharted 4, все, Путь вора. И, по-моему, еще в него входили все три оригинальные части. Вот. Это такой лайт пресс-кит, который уже мне выдали потом, после выхода из игры самой непосредственно. Так, теперь вот, собственно, сама книжечка. А, здесь еще PlayStation. Так. Давайте откроем. Ой, блин. Неудобно-то как все это. Будет потом как-то все это. Вот здесь Uncharted 4. Кстати, она такая полупрозрачненькая. Вот. Иллюстрации. Всякие у нас здесь есть. Классненькие такие. Четверочка, это прям толстый такой лист. У каждого сокровища своя цена. Uncharted 4. Вот, здесь у нас особенности, описание, материалы для СМИ, дополнительная литература. И, в общем, много иллюстраций. Новенькая прям пахнет. Чудно.
О, Мадагаскар. Вообще шикарный уровень, просто. Просто обалденный. Вот такие вот тут иллюстрации. Наброски. О, это, видимо, еще я здесь не был. Это какой-то прям крутецкий остров. Наверное, после Мадагаскара будет. Ой, красота неописуема. Просто обалденно. О, пиратский корабль тут. Шикарно. Так. Две страницы, блин, слиплись. О. Так. О, прям как триумфальная арка у нас в Москве. О, четверочка. Еще одна. Вот, а дальше Uncharted, и идет просто, как бы, видите, блокнот или книга, можно самому здесь что-то написать. Просто вот пустые странички идут. Потом идут еще немного иллюстраций. Вот, тоже Мадагаскар, по-моему. Нет, нет, или да, да, Мадагаскар, конечно. У нас крутые драки. Время погони. Прям зашибись все. Ох, на это грязи. Ну и конец погони. Все это мы на E3, конечно, видели. Вот. Вот такое вот классное. А, ну да, конечно, это еще не все. Здесь же должна быть игра сама по себе, по сути, в этой книжке. Вот. Здесь у нас открывается. Вот так вот. И здесь у нас помимо... Эй, блин, упала. Помимо, короче, самой игры. В общем, вот диск Uncharted. Ой. Вот. Uncharted диск. Давайте я уже отложу. Помимо него есть вот такая вот вещь. Монетка. Как мне ее открыть? Вот она. Сейчас. Сейчас все будет. Достать отсюда. Вот такая вот монетка обалденная. Сейчас. Come on. Во. Очень клевая. То есть прям металл, тяжеленькая такая, прям солидненькая, не какая-то пластмасска галимая. Вот. Полиэтиленчик, вот, обалденная вообще вещь. Короче, большое спасибо Sony, они прям молодцы. Это уже второй пресс-кит, который они мне присылают. Первый был по этому «Дожить до рассвета». Кстати, следующий анпакинг будет про него. Потому что я сделал его, но тогда он был без вебки. И, в общем, я думаю, лучше переделать. Так что будет еще один. А тот я, наверное, не выложу никогда. Вот. На этом все, дорогие друзья. Очень клево. Еще раз благодарим Sony. И, конечно, ждите новых серий по Uncharted. Я обязательно пройду его. Потому что игрушка просто обалденная. По-любому игра 2016 года. Ну что, на этом все. Всем пока.